31 мая в республике стартовала неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства. Приуроченные к Международному дню защиты детей, мероприятия продлятся до 4 июня включительно. Центральной площадкой недели являются региональные или местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Мероприятие проходит при участии депутатов Госсовета ХАСа Республики Адыгея, депутатов муниципальных образований фракции «Единая Россия», а также представители профильных министерств и ведомств. В рамках данной недели 2 июня прием граждан провел депутат Госсовета ХАСа Республики Адыгея Зураб Зехов. Озвученные на приеме вопросы касались различных сфер деятельности. С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, всем были даны соответствующие разъяснения, а также приняты решения по подготовке запросов. Решение всех поднятых вопросов депутат взял под личный контроль.